Ну что же, всех приветствую снова. У нас тут 12-я серия. Вот. Серии все записываю я, по сути, в один день, на выходных. Если кому интересно, если будут какие-то комментарии по поводу советов. Но обязательно прочту, отвечу вам. Вот. Приятного просмотра, с вас лайки, подписки. Вам добра. И хорошего контента, и хорошего времени, проведенного со мной в VR. Я не наступал. Ничего не знаю. Вам показалось. Ну раз уж тут... Давай, искать его. Чё, не будете? Угу. А что, если мы возьмем и аккуратненько это положим? Куда? Вот так вот. Я не наступал. Давай, ко мне, к папочке иди. Давай, я вижу. Сила джедая. И чё, и ничего. Ну ладно, там, наверное... Ну, блин. Ну, ради немножко брони я не полезу туда. Извиняюсь за этот шум. Просто не один в комнате, но надеюсь, не мешает. Ну все, повылазили. Подожди. Ну все, вроде отмахался. Придется теперь так. Аккуратненько. А, так. А подтянуться я тут не смогу, да? Угу. Так, а что если мы тебя как-то вот так? Ага. Давай сюда. Да ну вас. Нас не догонят. Лошары. Не, это я лошару, походу. Пацаны, я пошел. Оп. Давай. Опа.
Ну, кстати, не так уж много и сняли. Да. Че, давай, сейвик. Тут, наверное, никак не пройти прям. Аккуратно. Хотя... Да, знаю. Подожди, дайте запрыгнуть. Блять, я из-за вас прыгнул. Сейчас новые набегут. Пусти, 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 пусти. Вот еще я мучился, спрашивается, а? А вы плавать не умеете? Ну все, утонули. Ну, какой пугливый. Друг твой где? А вот и твой друг. Дай коробку. Давай-ка с другой стороны. И чё? И зачем? Давай дальше. Нас не догонят. Нас не догонят. Нас не догонят. Нас не догонят. Ну и рисую тут. А все, я в домике. Подожди, подожди, перезаряжусь. Ну, вроде прошли. Так, оружие перезаряжено. На магнум упорно не дают патронов. Сюда. Это тоже сюда. А, пофигу. Все, адьё. Я понял, это босс. Давай, 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 давай. Помогай.
Все? Здорово. Иди за нами. Иду за вами. Фримен будет мудр, посмотрев, как добывают феробонды из Мирмидонта. Процесс не очень гигиеничен, поэтому лучше отойди. Эти феробонды понадобятся Фримену. Собирай их. Я так понимаю, уже забрал? Пацаны, смотрите, что есть. Чонгалин. Мы просим прощения. Да за что, да не надо. Отдайте, отдайте. Туплай, а не туплай. Что там у тебя? Фримен, Новопроспект рядом. Мало шансов пройти туда в одиночку. Но если с тобой стая муравьиных львов, ха, это другое дело. Фримен почтил нас визитом. Следуй за ним. Что у вас там? Подожди, а тут что? Ага. Бревна, которые могут внезапно покатиться. Сейчас Фримена научат применять фероподы. Запоминай, как пасти муравьиных львов с помощью приманки. Фримен выломает фероподы и бросит один вон в ту яму. Фримен справился. А сколько их у меня? Фримен может заставить муравьиных львов атаковать врагов. Посмотри на манекен и отметь его феропотом. Фримен превосходен во всем. Да ладно вам, хорош. Ты хороший мальчик. Чтобы скомандовать муравьиным львам идти за тобой. Ага. Фримен показывает превосходство во всем. А теперь этот должен попрощаться. Нова проспект уже недалеко. Запомни все, чему научился здесь. И Лайфенс верит в тебя. Пацаны? Смотрите.
Пацаны, пошли. Ты ж не будешь меня атаковать? Слушай, чё оно там подлагивает или чё оно? Ну, есть что-то немного. А, мы погнали. Ага. Тут мы с вами попрощаемся. Атаковать? Не атакуйте. Ладно. Оно пукает. Короче, подождите. Я сейчас быстренько гляну, что оно подладивает. Или хорошо. Ну, вроде все пиздато. Лады. Погнали. Кочевник, включите ограничители периметра и доложите. Кочевник, включите ваши ограничители периметра и доложите. Бегу, включаю. Срочно приведите ограничитель в готовность. У вас движение в секторе. Аномальная внешняя активность. О, пацаны. Что, дайте пройти. Подождите, пацаны, давайте вы пригодитесь немного. На. Давай по старинке. Слушай, а что если я отключу эту штуковину? Ладно. Не буду.
он меня тут видит, он меня тут видит. Блин, ему что-то ему сделать не могу ничего сделать ему. Значит, пошел. Все, давай, 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 давай. Че, серьезно? Давай по новой. Туда, серьезно? Ладно. Сейчас батя отключит. Особое внимание. Отряд внешней охраны 6 Новопростык. Отключены ограничители периметра. Особое внимание. Отключены ограничители периметра. Ограничители периметра. Всем сотрудникам охраны немедленно принять участие в сдерживании. Пацаны, прикрывайте. Ладно, этот ваш. Слушай, я ж отключил. Или я включил? Ну, по идее, отключил. Фиг знает, то ли я отключил. Давай, тихонько, да тихонько, тихонько полезли. Давай, быриком, 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 быриком. Сохраниться. А то в прошлый раз мы где-то тут и умерли. Пацаны, чё, как оно?
Все, патронов нет. Остингер, это лидер 9. Доложите о продвижении противника. Остингер, слышите меня? Лидер 9 соединиться, дождаться подкреплений. Лидер 9 принять командование. Так, все, нету никого. Давай, давайте, 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 давайте. Давайте. Погнали, пацаны. Чё? Ах ты! Ну все, конец тебе. Хилочку, хилочку мне. Хотел как повеселее. Не получилось. Пацаны, подержите. Ну, пошел хил. Дай-ка сейвик. Тревога. Нет контакта объекта с отрядами перехвата. Возможно появление нарушителя. Сотрудники занять опорные пункты. Я пошел. Пацаны, развлекайтесь. Ястреб уничтожен. Ястреб 3, принять командование. Пацаны, не тупите. Не тупите, не тупите. Все, 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 все. Бегу, 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 бегу. Куда бежать? Сюда бежать. Угу. Директива номер 2. Сдерживать вторжение извне. Так, все? Вторглись? Ясно. Понятно. Не-не-не-не-не-не-не. Я сюда первый добегу. Смотрите, какая приколюха у меня есть. Нравится? Разделение периметра. Переместиться внутрь. Приготовиться к сдерживанию. Цель подходит. Пацаны, я тут. Все на подходе. Призраки близко. Приготовьтесь на левую сторону. Рука так не поворачивается. Спасибо, что подождал. Давайте, погнали. И чё тут? Я понял. Всё, давайте, пацаны. И да, Гордон Фриман не умеет плавать. За мной спасайте, папа. Так. Подождите. Папка заблудился. Так, там все? Там все.
Давайте. А я такой... Хи-хи-хи-хи-хи-хи, я обратно. Сейчас пацаны приходят. Сколько может там? Я понял. Бесконечно. Сейчас. Переместиться внутрь. Приготовиться к сдерживанию. Угощение рядом. Авиация на подходе. Призраки близко. Приготовьтесь к авиаудару и заканчивайте. К авиаудару? Ну, может поподробней. А то у меня 40 хп. К авиаудару я не готов. Надо будет там сохраниться. То мало ли опять гравий удар будет. Давай. Сейф. О. Щучкой. Как надо. Пацаны, вы со мной, вы смогли. Пацаны, вот они плохие. Ах ты гад. Вот он тебя пулю трась. О, еще и ты. Ага. Я понял. Давай, на такова. Пока идет. Тихо ты, блядь. Контакт. Пацаны, блядь, вот видитесь там с ними. О, красавцы. Я пока наверх полезу. Дай хоть что-нибудь. Ну, надеюсь, что-то да подобрал. Уи! Щучкой. Самое главное, это зайти щучкой. Ну, не об камень.
Все, папка подхилился, папке надо сохраниться. О. Не, ну блин, до туда я не допрыгну, не. Не-не-не-не-не. А, так, а тут я заберусь. А тут я заберусь. Скримак, блин. Пошли. Ну чё, я думаю, серию на этом может закончить. Да, да. Ну, с вас лайкосики обязательно, подписочки и комменты. Всё, всем пока. О! Заебись.